Во втором туре чемпионата района по мини-футболу встречались команды «Колос» и «Клявлина». Оба коллектива свои первые поединки выиграли. Так «Колос» разделался с «Лукоморьем» 8-3, а «Клявлина» уверенно переиграла «Ветеран» 11-2. Отчетный поединок начался без разведки. Уже на 5-й минуте гости открыли счет. Мощный удар в дальний угол. Шансов Роману Астафьеву, голкиперу «Колоса», не оставил. Однако кармальцы отыгрались быстро. Через пару минут Максим Корягин восстановил равновесие, а перед самым перерывом мощный удар под перекладину в исполнении Евгения Веденина вывел «Колос» вперед. После отдыха события начали развиваться стремительно. Клявлина сумели вернуться в игру после неудачного рикошета от голкипера «Колоса». Рикошет, удар попал мне в голову и не успел среагировать. Удар очень был сильный и очень быстро отрикошетил. При счете 2-2 за вторую желтую карточку площадку был вынужден покинуть игрок гостей, а его команда осталась в меньшинстве на 2 минуты. Футболисты в бордовых майках разыграли лишнего. Денис Малешко пробил низом и вывел команду вперед. За 5 минут до финального свистка Максим Корягин подставил ногу под удар товарища по команде, и разрыв составил уже 2 мяча. Однако тут же игрок «Клявлина» Андрей Синяев снова приблизил партнеров на расстояние вытянутой руки. Заключительные минуты прошли в атаках «Клявлина», но счет так и не изменился. «Колос» выиграл 4-3, одержав вторую победу в чемпионате. Поздравляю тебя с победой. Давай расскажи, насколько сегодня тяжелая игра была. Ну, сегодня отсутствовало несколько ключевых игроков, поэтому было очень сложно. Команда хорошая, в порядке, поэтому было так сложно. За счет чего получилось сегодня победить? Скорее всего, за счет удачи. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район.